Всем привет, ребят! Ну что, продолжаем серию прокачек Мега Имп. Сегодня у нас будет прокачан Бигфут. Может, он у меня уже и прокачан, но вроде как бы нет. Такс. Где там мои биги? В общем, Бигфут. Да, нету у меня, видите? Печально все, печально, ребята. Бигфут тест будет СО. Убираем нафиг эту римку, кому она нужна. Так. Надо нам вытащить СО. Огненько. Не хотят они нам бывать ремку менять. Это что-то нереальное просто. Так, ладно. Чем мы заморачиваемся? Полный склад ресурсов, мы паримся. Так, блин, сейчас, секунду, ребят. Так, где там мои таланты? Я уже их проскочил. Можно два раза алтарь перекачать максимально. Так, есть. СО плюс каменка. А потом будем тестировать другую сборку для всех этих героев. Так, отлично, плюс ангел. Так, это что у нас тут такое? Что это за такое творится? Так, 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 так. Ну, давайте поставим. Поменяем пока. Уклонение, как видите, максимальное. Поехали, посмотрим, что будет у нас с этим героем. Как он будет себя чувствовать. Махатма себя очень хорошо чувствует, я вам скажу. В такой сборке... Рину, честно, мне не зашел. Ворожей тоже очень неплох. Так, где наши бигфуты? Или я уже его выставил? А, он у нас уже на таблетке. Все, поехали. Так, смотрителя надо убирать. Зеленого. Так, отлично. Смотрим Фрейка. Чем Бигфут хорош? От зависимости от количества атак по нему он себя будет отхиливать. Ну, как видите, Рая все-таки его немножко дамажит. Ну, там, конечно, и другие герои переначат. Но все равно он проседает не так. Не за две тычки, скажем так. Это было раньше. Так, поехали тут. Дерево, рунин. А вот смотритель, конечно, блин, любого выносит на ура. Отлично, посмотрите, какой у него отхил от Махатмы. Вот это, кстати, интересно очень. Махатма получается, чем больше будет его сейчас дамажить, тем больше ему пофиг будет. Круто. Вот это действительно круто. Так, ну дальше его, наверное, ушатают. Нифига себе, Атлант подошел. Видали? Ну все, тут просто смотрители Атлант. Но я вам скажу, достойно. Мне кажется, это соперник Махатме. Я хотел бы даже их потестить. Жалко, нельзя делать тесты у себя на аккаунте герой против героя. Это было бы вообще эпично. Сам себе собираешь героя, смотришь, как он против других твоих героев будет. Но, к сожалению. Так, что тут у нас? Стрелок.
Стрелок не дает нам зарядиться. Сейчас нас, наверное, сольют, потому что у нас... Хотя, ребят, смотрите, что делается. У нас просто зависло все. Нафиг зависло. Просто жесть. Он начал хилить себя, и причем конкретно. Походу придется опять отключать анимашку. Нереально. Просто тупо зависла игра. Не вытаскивает игра нашего бига. То чувство, когда герой круче, чем оптимизация в игре. Просто игра не рассчитана на то, что герои так долго будут выживать. Так, отлично, поехали. Самое главное, что его не слили. Зависло, его не слили. Странно как-то. Чем больше нас атакуют, тем больше у нас отхила. Вот это самое основное для бига. Этим он и лучше, чем... Рино тот же самый в такой сборке. Потому что там все стандартно. Единственное, вот смотритель. Сейчас смотрителя нету. Посмотрите на урон. 50-80. Ну, как по мне, ребят... Это вполне достойно. Столько героев его оттачат. Вот нету смотрителя, и вообще просто чудесно все. Посмотрите. Что еще хотеть? Ну реально. Это у нас еще при том, что ворожай нам наш отхил режет. И все герои с автопроком. Такс. Ну давайте еще разок посмотрим. Так, опять смотритель. Ну красный, в принципе, он ничего нам не сделает. Супер. Как по мне, это реально очень круто. Вообще красавчик. Ну урон по нем проходит 600. Так, он побежал в центр. Убежал обратно. Бигфут. Бугимен. Бугимен слит. Просто тупо слили. Посмотрите, что делается, ребят. Как по мне, это реально топчик. Так, опять слили. Да запарили вы, блин. Ну, столько они его били, я вам скажу, блин, на такого попасть в ЗБшке можно зависнуть. Так, это что за раз-то? Вот смотрите, 600к ударил. Я офигею. Так, пошел отхил. Она все пофиг. Жесть. Ну, урезал нам ворожай отхил. Но посмотрите, поскольку там 605 смотрителя, они там по 30, даже 30к не бьют. Посмотрите, что делается, ребят. Это жестко. А бабульку не хотите? Вот такую вот бабулю. Сейчас она вам покажет. Два героя, блин. Ай-яй-яй-яй-яй, Биг. Не умирай, лечись. Отлично. Посмотрите. Это кайф. Нифига себе. Нифига себе. Вот так вот. Унизили нас. Ну не знаю, как по мне, блин. Тоже очень круто ему подходит эта сборка. Но опять же, все зависит от локации, где вы будете использовать потом этого героя. Так, тестируем против Хрона.
Это будет интересно. 44К я видел. Опять смотритель нам мешает. Тут у нас уже Седна есть. Пипец, 12-е скиллы, они ему ничего сделать фактически не могут, только смотритель его шатает. 39, 0, 0, 0, 0. Ребят, нали. 10К. Он себя за раз хилит, как они там минуту его будут бить. Круто. Ну понятно, они его убьют, но все равно. Седна плюс Хрон. Смотритель добил. Вот смотритель убивает. Не герой убивает, а именно смотритель. Это реально круто. Так, хорошо. Здесь потестили, поехали. Поехали на подземке. Ну, на подземках, я не знаю, это не особо подземочный вариант. Героя, потому что тут сейчас его станет будут. Вот смотрим на малыша Ника. Просто тупо пофиг. Какой там малышник? Жесть. А ну давайте поставим, знаете что, сюда. Не ангела, а поставим сейчас слона, чтобы стан не проходил. Сейчас по идее его будут побольше, посильнее коцать, но... Но зато хотя не особо там его сильнее коцают, я вам скажу. Супер. Просто себе танчит налегке. Чем больше его бьют, тем ему больше пофиг. Вот окаменение только спасает их. Супер. Мне нравится. Интересно будет на пачку все посмотреть, как они будут справляться. Так, хорошо. Поехали на аренку. Так, отлично, против Биг тоже. Вот смотритель ударил. Блин, плохо видно, но посмотрите, там видно шкалу. Это жесть, ребят. Они его еле пробивают, он себе отхиливает от Афины на фул. Там единственное, смотритель убивает, я офигею. И он слился там, по сути. Ну, жестко, это реально жестко. Так, тут все у нас разброс, к сожалению. Это не то, что нам надо. Надо где-то так, чтобы тебе бежали вместе. Тоже не так. Да. Его просто тупо не пробивают. Он на фуле стоит. Жесть. Нам бы найти всех в одной. Вот, отлично. Единственное, его можно еще арой заблочить. 67 тысяч отхил. Они его просто тупо, чем больше бьют, тем больше отхил ему дают. Жесть. Да уж, плюс он их замораживает. Ну, как по мне, это реально круто. Вот нету смотрителя, видите разницу. Точнее, есть. Есть, есть. Ну, красный смотритель ему не страшно.
Ну, биг на биг. Тут друг друга они уже. Хотя, в принципе, может. Нифига себе, у него 82к отхил. Наверное, исцеление стоит, скорее всего. Так было бы 41. По-другому не может быть. Это вечный бой будет. Хотя он может моего слить, смотрите. Интересно. Вот так вот. Затащили мы, ребята. Круто. Так, что там, давайте еще на кого-то одного нападем. Какой-то с черепом есть, может он по центру. Нет, к сожалению. Вообще пофиг. Пофиг на героев, пофиг на прокачки. Я офигею. Смотрите, любил с Фрей. Так, окей, поехали. Забашка. Так, убираем отсюда. Поставим сюда командуру. Давайте не командуру, кого-то поинтереснее возьмем. Ставим сюда огника. Ремки у нас нету, понятно, что он сразу не включится. И смотритель его может задамажить. Так, ну что там по урону? Офигеть. Ребят, посмотрите, что он делает. Я офигею. Смотритель добил. Но он разобрал там двоих. Они нифига не успели его слить. Это круто. Это однозначно круто. Так, что-то мои затупили. Ну-ка, интересно, против командора. Так, сейчас ему блочку дадут. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Посмотрите, что делает командора. С этим его просто тупо заряжают. С бабулей, блин. Опять чуть-чуть не хватает. Эти вот смотрители, они все портят. А шанс был нереально крутой. Ну даже так, он командный больше игрок, такой же в принципе как и Рину. Это не соло герой, но опять же очень круто это все выглядит. Да, смотритель, конечно, это тема, если попадаешь под смотрителя, вливаются герои только так. Конечно же, емка была бы ему получше, но... Он, в принципе, заряжается очень быстро и без ремки тоже тащит. Вполне даже. В общем, не знаю, мне такая сборка тоже зашла. Надо будет еще потестить огненку. Тоже, думаю, будет очень интересно посмотреть на огненку. Пишите в комментах, что вы думаете. Ну, такая сборка для Рину реально кайфовая тем, что у него отхил не так, как у Рину. У него отхил зависит от количества атак по нему. Это реально намного круче. Да, он не дамажит так, как другие, но есть свои плюсы в этом.
В его дефе, я имею в виду. Что там у нас Анубис остался? Себе вражеский огник. А, тоже 20-й. Живой. Это интересно. Успели убить вот так вот. Так, давайте против этого потестим. Ворожей Фрея. Так, красный смотритель. Посмотрите, что он делает. Пофиг на Фрея вообще. Фрея только плюс делает, офигеть. Вот это кайф, ребят. Все, сейчас он должен минуснуть Фрейку, по идее. Анубиса минуснул, Фрея минуснул. Как-то так. Я не думаю, что в другой сборке будет так себе свободно стоять против таких героев. Так, у меня тут воодушка. На Фениксе. Так, ну давайте биг на биг. Так, медузка по нас прошлась. Пофиг. Все пофиг. Посмотрите, что он делает. Слил Анубиса как ребенка с 12-м скиллом. Жесть. Второй раз слил. Но биг с бигом будет очень долго воевать. Ну вот, смотрите, какой там отхил убит. 36 тысяч. Тут плюс 20к получается. Вот что значит смотритель против красной фракции. Видите, Анубис просто как ребенок ушатывается. Да, не успел, к сожалению. Что, сейчас опять зависнем? Не, это как-то попроще, это выбили быстрее. А там Дрейк у нас с огненькой, убился неплохо. Так вот, ребят, такая вот сборка. Пишите в комментах, что вы думаете по этому герою. Герой реально очень интересный получился, мне он понравился точно так же, как и Махатма и Ворожей. Все, участвуйте в конкурсах, всем удачи, всем пока.